Контроль за чистотой ведется в том числе и в частном секторе. Сотрудники муниципальной милиции по поручению главы продолжают патрулировать поселки. Пока ситуация там далека от идеала. Один из жителей поселка Зареченский устроил помойку прямо у себя под окнами. На протяжении 3 лет он складирует строительные материалы и мусор перед своим домом. Стену непонимания между жителем и соседями пришлось разрушать сотрудникам муниципальной милиции. Правоохранители уже не в первый раз явились к виновнику свалки. Складировать мусор хозяин дома начал сразу же после переезда. Ранее ему выносилось предупреждение, ведь он завалил хламом не только свой участок, но и территорию соседних домов. Жители поселка писали коллективную жалобу в территориальное управление, но справиться с виновником самостоятельно они не в силах. Дети бегают, все это может обрушиться. Кто-то идет, спичку кинул, загорелось, пожалуйста. Все дома рядом, все близко. Все это, конечно, плохо. Нужно как-то заставить человека, привлечь его к ответственности, пусть убирает. Это уже не первый случай подобного отношения к своей собственности. Ранее виновник устроил склад стройматериалов и мусора на другом участке. Обещал исправить ситуацию еще в мае, но никаких мер по-прежнему не предпринял. Теперь хозяина свалки накажут по закону. Предупреждение уже было вынесено данному гражданину. Сейчас мы будем составлять протокол об административном правонарушении и будем наказывать его. Комментировать ситуацию виновный отказался. Теперь его ждет штраф 1500 рублей. В случае невыполнения требования сумма штрафа будет увеличиваться.